милиция никакого отношения к повесткам не имеет. Что ты рассказываешь? Это военкомат, чтобы им по шее не надавали и не выкинули с автобуса. Покажите, пожалуйста, бумагу, на ком... Вылазьте отсюда, ребята. Мы вообще охреневшие. Слышите или не слышите? Ничего не буду давать, никакие данные. Где указ от областного военкома? Да, всем нам, кому ты повестки пришел тут выписывать? О! Так покажи документ, который разрешает тебе в автобусе повестки выписывать. Так она пустая, пусть тут подпишется, чья это роспись, это может, блин, бомжа в подвороте. Нет, какого военкома, где его фамилия? А где фамилия военкома? Как это не надо? Слышишь, сейчас реально подошли, кто-то там уже под елкой алкаш какой-то лежит, у него подпись эту поставили. Я в руки не дам, это собственное с завода, я не имею права давать. Кожаный Руслан. Так что, мы будем проверять или ехать? Давай, что вы стоите? Нет, быстрее. Нет, ребята, вы понимаете, что вы сейчас остановите металлургический завод? Да, понимаете. Понимаете? Если нас тут тормознули, тут забирают прямо с автобуса, я не знаю, может, мы опоздаем. Добрый день. Повели имя отчество, ну, как повешки.